Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Right about now, about now, about now, about now. Здравствуйте. Bună ziua. Spuneți, vă rog, în ce constă sensul vieții? Sensul vieții? În a fi fericit, împlinit. Cum tu poți fi fericit? Cum te simți asta? Atunci când n-ai griji, când nu te simți vinovat pentru nimic. Când ai pălărie ca ursuleț, asta e fericire? Asta e fericirea mea. Puteți să faceți așa, că sunteți un ursuleț? Poate? Nu, aici, pe față, dacă e. Nu. Și o să vorbesc cu ursuleț. Nu. De ce? Pentru că asta-s eu. Right about now. В чем смысл жизни, подскажете нам? Простите мне. В легких наркотиках. Bună ziua! În ce constă sensul vieții? Sensul vieții? Sensul vieții. Sensul vieții pentru fiecare e diferit. Pentru dumneavoastră sensul vieții poate fi să atingi unii înălțimi, pentru mine poate fi eu să cesc o carte, pentru alt poate fi să ajung la Everest sau să merg pentru acel care nu poate merge în genul sensul vieții doar să ridici în picioare. Pentru sensul fiecare diferit. Astfel, pentru fiecare viața reprezintă un mod diferit. Mulțumesc! Vorbiți foarte frumos ca domnul Timofti! Right about now! Serioza? Коля! И вы не братья? Мы братья. Братья. Точно? Да, конечно. А чем докажете, что вы братья? Тем, что... Ну, как это... У нас одинаковая роспись мамы в дневниках. Итак, смотрим дневник. Давай, давай посмотрим. Вот сейчас... Вот у меня Кушнирова Ирина. Да, вставай свой дневник. Так, покажи свой. Давай посмотрим. Так, все есть. Задокументировали. Вот здесь такой же почерк, как у него. Сейчас, а ну-ка, давай открой. Сейчас сверим почерки. Что-то вы подозрительно. Что у тебя там приклеено? Это что? Клей. Не сестра. Сестра. То есть у вас еще и сестра? Да. Только она очень маленькая. Но она уже умеет клеить. Да. Ничего себе. Мы не можем садиться, мы спешим, а нас ждут. А я смотрю, что она так не думает. Колян. Ну, как бы у нас ждут, но мы можем приостановиться. Две минуты. Ради такого... ТНТ, реально по ТНТ будет? Конечно. Конечно, серьезно. Нет, утренний эфир по ТНТ. У нас вообще такой вопрос. В чем смысл жизни? Я думаю, у вас как раз мы сможем найти ответ. Смысл жизни в том, что ты есть на свете. И то, что ты можешь делать что-то на свете, а когда можешь, когда умрешь, то уже будешь с чистой душой поднимешься наверх. Ничего себе. То есть, если твоя сестра приклеила твой дневник, то она уже что-то сделала. Есть смысл уже в ее жизни, да? А ты как думаешь? Мне кажется, жизнь создана для того, чтобы жить и создавать хорошие поступки. За вами будущее этой страны. Значит, ты старше, да? Ты, значит, будешь президентом, а ты премьер-министром. Согласен? Согласен. Ну, я хотел быть химиком. Там будешь химичить в политике, по-любому. Right about now. Как тебя зовут? Меня зовут Андрей. Меня его зовут Максим. Нет, я бы не хотела быть Андреем, потому что он очень высокий. А ну-ка, ты Андрей, встань, Андрюха. Я не очень высокий. Так вот, ну встань, вот давай встанем. И скажи, пожалуйста, как тогда зовут меня, если он Андрей и он высокий? Вася. Нет, еще одна попытка. Федя. И последняя. Давид. Дарин? Давид, нет, не Давид, меня Дима зовут. Итак, друзья, и где вы учитесь? Мы учимся в лице имени Гоголя. Гоголя, да. И как там? Ну, вроде бы все супер. А какое имя у Гоголя? Николай. Николай Васильевич Гоголь. Точно? Да. Или все-таки напутали, а отдаете? Напутали. Нет. Не с Николай Васильевич. Вообще не напутали. Разве не Александр Сергеевич? Нет. Это Пушкин мой. Кто это? Это Пушкин мой? Да. Так же кричали Александру Сергеевичу, когда он был у нас в Молдове на ссылке. Это Пушкин мой, Вирович. Значит, в чем смысл жизни?
Я считаю, смысл в жизни в том, что жизнь прекрасна, и надо ее прожить вдоволь, и надо не просто, например, сидеть дома, надо путешествовать, ездить по разным странам, повидать многое. Все. Сказал, как 85-летний старец. А ты не седой, случайно? Нет, светленький. А ты как считаешь? Ну, у меня как бы то же самое. Нужно прожить жизнь очень хорошо. Нужно хорошо учиться и стремиться к самому лучшему. Right about now. Друг, не подскажешь, в чем смысл жизни? Да я не понимаю, Варус. Че консте сенсу вьетси? Че консте? То, что ты... То, что ты, да так и что ты, а по зиче? Ну, с ним все равно, что ты. Да где че? Кой цаняй? Шапс. Фрэш, дежа треба со штии инче консистенсу вьетси. То, Петру, че ты трэешь? Дежа шапс пе ань, пе помэнту ностру молдовенецк. Все, о с румынем фэрэ распонс, да? Din păcate, da sau nu? Da. Right about now. Dar dumneavoastră ce vreți? Eu sănătate vreau. Și familia mea să fie sănătoasă și pe restul o să le fac treptat. Mulțumesc. В чем смысл жизни? Смысл жизни. Скажи, пожалуйста, в чем смысл жизни? 42. Или 41. Что? Число. А смысл жизни тогда в чем? В вине. А в числе 42 какой смысл? Не знаю, просто прочитал в интернете. Ты идешь с пары, я чувствую, по химии. Right about now. Это сенс у вьетей. Ой, сказал, там у церемонии шмагребец. И не гребец. Спунеть вам рок, инче конста сенс у вьетей. Ну, да, ты не паши, мои руки вам те лукру. Инче конста сенс у вьетей блондинилор. Блондинилор, все раз? Да. Блондей. Блондей. Да, он кафе. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в чем смысл жизни? В деньгах. Привет. Дочка Плохотнюка, мы нашли ее. Вай, Демини. Секунду, игре одесс пус. Игре одесс, да, антрадивер. Он дребара дестол де интересанта, ше... ше... Asta nu s-a hotărât, fiindcă nu avem încă, știți, nu știu ce nu avem. E o noțiune cu un conținut filozofic destul de adânc, de, dar oricum s-ar putea de găsit un răspuns așa cât de cât, în cât de cât. Că... Dar era bine să fie, vă spun sincer. Eu când am auzit și am discutat întrebările astea, nu s-a pus întrebarea înainte. În ce constă sensul vieții? Deci, în primul rând, este așa o... La treia zi, astăzi, a apărut această idee și, cu regret, vă spun, era frumos, era bine. Atât pot să vă spun, nu mult nimic și nu trebuie de comentat. E vorbe mult, să răsimile. Știrea asta este, cred că. Mulțumesc! Right about now. Ребят, скажите, в чем смысл жизни? В деньгах. Почему в деньгах? Смысл жизни? Радость жизни. Nu știu, sunt mai mult nominalități în asta, Iana. În fericire, bucurie și bunăstare, eu consider. Și dragoste. Da, vă tak spișite, vă, наверное, смысл жизни хотите найти? Da, я уже нашла. В чем он? Счастье. Right about now.